Значит, они сами это создают. Потом они начинают в это верить, что это все формы общественной поддержки этой самой элиты. А потом случается то, что случилось в Тунисе, понятно. Египте. Только очень жалко, что вы не знаете, причем, но в Тунисе уже десятки лет люди выходят на улицу. И несколько лет назад тысячи людей выходили на улицу. А в Египте в Москве десятки тысяч не выходят. А это тоже до поры до времени. Общество поддерживает современную элиту. Вас не поддерживают. Вы по всем социологическим опросам, согласны со всеми, все политологи говорят о том, что у вас меньше 1%. Вы политический труп. Я вас спрашиваю, что вы можете предложить? Если встанете на месте элите, а вы говорите мне про Египет. Так, я оскорблений от вас терпеть не буду. Никаких оскорблений нет. Что вы можете предложить? Вы говорите про политический труп. Я с вами отказываюсь. Что вы можете говорить? Что вы можете предложить? Сергей Сергеевич, что вы можете предложить? Пошел нахуй отсюда. Все. Ты так со мной будешь разговаривать здесь? Понятно. Пошел нахуй.